Я могу свистеть. Ну вот, теперь будешь меня доставать. Крутота! Элли понравится. Что произошло? Это твои друзья-охотники? Мило. Нет, я думаю, что это солдаты. Зачем убивать людей? Всем не хватило места. Проще убить? А мертвые не болеют. Убить нескольких, чтобы спасти многих. Это отстой. Да. Что это? Не знаю. Элли, пригнись. Стрелять вообще умеешь? Прячемся! Ты же все пули в молоко всадил. Лучше б в тебя. Ну ладно, ладно. Промазал, бывает. Хочешь, потренирую тебя в тире? Да ну тебя. Куда они делись? Должны быть здесь. Они на повороте шоссе. Не удивлюсь, если у них там еще туристы. Хорошее местечко. Везет же им. Погляди пока, чем тут можно поживиться. Ничего тут нет, идем дальше. Так я что-то слышал. Да-да, слышал. Гляди в оба. Что там? Ни хрена тут нет. Зараза! Вижу! На, прикури! Надо как-то поднять настроение. Готов? Все люди в мире братья. Просто старшие бьют младших. Thank you.
Тут можно залезть на автобус. А мост ведь далеко. Дойдем. О, странно выглядит. КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено. Отдавайте паёк. Почему им не давали еду? Иногда еда заканчивалась, хотя чаще ее просто не выдавали. В Бостоне такого никогда не было. Ну а в других местах сплошь и рядом. Слышу охотников. Да, я тоже. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Я устал. Ясно. Всю ночь гонялись за этим туристом. Ого, ты тоже? Я слышал про это. Там была одна девица, злющая как черт. А уж какая верткая. Мы там всех перестреляли за пару минут, а за этим шилом в заднице гонялись часов пять. Да, иногда приходится отрабатывать свои денежки. Точно. Уже почти закончили. И тут она начала стрелять. Эта дура могла уйти, но нет. В итоге двое ребят ее отвлекли, а я взял в прицел ее симпатичную головку и бах! И все. Черт, может, стоило прихватить ее с собой? Переманить к нам? Не вариант. Она бы нам всем глотки во сне перерезала. Что за хрень?
Ё-моё! Отвлеки его! Ничего нет. Чисто, чисто. У тебя? Тут тоже. Вот патроны. Вот ты где. Смотри в оба. Ничего. Видишь его? Здесь его нет. Тебя найду. Видишь его? Здесь его нет. Где ты, гад?
видишь его? Здесь его нет! Ё-моё! Выходи, трус! Господи! Ох ты! Что за хрень? Видишь его? Нет его тут! Ну что? Ни хрена, у тебя? Тоже пусто. Ищем дальше. Он здесь! Джой!
Что за хрень? Никого. У меня уже паранойя. Ну как? Нет, пусто. Черт, еле отбились. Мы выживем на зло вселенной. Нас не сломить. Не понял? Дик звездный свет. Ну, это из комикса. Так герой говорит после сражения. Нас не сломить? Ага. Ладно. Надо как-то поднять настроение. Готов? Все люди в мире братья.
Просто старшие бьют младших. Что это? Анекдоты. Шутки в сторону. Часть вторая. Уилл Ливингстон. Пойдем дальше. Люди читают запоем, так они и спиваются. Запоем. Понял. Первую голову надо поесть, сказала чудовище. Ну вот, есть захотелось. Прозаик пишет про животных. Сама-то поняла? Что за чушь? Кошка боялась пылесоса, а потом втянулась. Никогда не слышал. Ладно, нашутилась. До чего надо дойти, чтобы вешать солдат? Люди в отчаянии способны на что угодно. Так что, получается, мы тут против повстанцев? Выходит так. Посмотрим, куда он ведет. Постарайся не сломать шею. Ничего. Вроде нас не видели. Фух. Вот и наш мост. Мы приближаемся. Не будем терять время. Пошли. Какая же она худая.
Вот и наш мост. Мы приближаемся. Не будем терять время. Пошли. Какая же она худая. Раньше ведь было много еды. Ну да, но некоторые старались не есть. Почему? Для красоты. Идиотизм. Нет, я не допрыгну. Подсади меня наверх, я положу доску. Подожди! Узнаю, что там. Это еще что? Опасное место. Что там происходит? Залезай. Пойдем через отель. Ну ладно. Клади доску, как они.
Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Тут все чисто. Спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Нет, для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Давненько я не пил кофе. Лезь. Так. Смотри под ноги. Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли.
Эй, как насчет... Там нет его. Цепью! Это ты, гадина? Да, точно. Смотри, только осторожно. Он там. Его здесь нет. Ищите же! Видишь его? Ты тоже нет! Он здесь! Что там?